Всем привет! Вы на канале, где обсуждаются новости фигурного катания. Накануне документалисты в Министерстве культуры на питчинге представили свои проекты, которые претендуют на государственную льготу на производство национального неигрового фильма. Один из режиссеров, Юлия Бабкова, будет снимать фильм о тренере Этери Тутберидзе. Фильм так и будет называться «Этери». Сюжет фильма следующий. Это спортивная драма. Фигуристки-одногруппницы каждый день находятся в жесточайшей конкуренции, и некоторые из них хотят завоевать золото Олимпиады. В фильме главная интрига – на кого же сделает ставку тренер. В 2019 году этот фильм не получил поддержку от государства, но в 2020 году бюджет на затраты фильма оценили в 11 миллионов рублей. Добавлю, что перед экспертной комиссией выступило 53 автора. Теперь комиссия будет выбирать, кого из авторов профинансировать.